Молодежная сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира в Канаде. В четвертьфинале команда Валерия Брагина встречалась со Словакией. Россияне считались фаворитами, этот статус подтвердили. Они забили 4 шайбы только в первом периоде, в итоге победили 8-3. Теперь молодежке предстоит битва за финал с американцами, которые обыграли чехов. А вот в остальных парах четвертьфинала случились сенсации. Финляндия в овертайме одолела хозяев турнира, канадцев. При этом финны уступали в счете до последней минуты третьего периода, но смогли сравнять счет. А швейцарцы в сухую победили шведов, которые, как и россияне, прошли групповой этап без поражения.